еще такое увидите, чтобы на фонарном столбе висел пиджак Оджи. Сегодня у нас понедельник, и вот такой вот стихийный рынок, или блошиный рынок. Он огромный просто. Люди, наверное, выходят даже не столько, чтобы что-то продать, сколько пообщаться с друг другом. В основном пенсионеры. Для них это как развлечение, скорее всего. Конец февраля, тюльпаны вылезли. Вот первые цветочки появились. Сколько тюльпанов вылезло? Вот интересная табличка, кто высадил эту ель. Еще 870 год. Дом Хаспекова. Квартальчик такой у нас интересный. Здесь красивые дома. Фаина Георгиевна Раневская. И зонтик на месте.